Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя, твое прошлое. И самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал голокрон? Отлично. Ты не лучше других. На помощь! Я и не такое переживала. Ладно, от следующего удара не уйдешь. Как скучно. Дилетант. Ты умрешь неудачником. На помощь иди. Не так талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплох. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Ох, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она. Она предала меня. Ты Трилла. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего подавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да? Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь голокрон? Что бы сказал Джаро Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего подавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников? Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Thank you.
Спасибо, что помог Биди. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты... как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. Нашел что-нибудь? Мой друг, эти устройства, похоже, имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу.
У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими Зеффа. Возможно, настолько, что спрятал Галатрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. Так и знал, что он сбежит. Преследуй его! Нужно убить его! Я не могу его достать! Ожидай, убегает! Попал! А, понятно. От меня не уйдет! Быстрее, атаковать его! Кто-нибудь! Беди, помоги, пожалуйста. Здесь обескураживает. Thank you.
еще с ним! Реликвия древних Зефа. Этот период их истории полон тщеславия и расточительности. Каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель, не слушай ее. Отсюда не уйдешь.
Я тебя нашел. Ты у меня кровью захлебнешься. Я ранен! Еще разок. А ну, вступай в бой! Ты не стараешься? Древний Зефа, один из рабочих, строивших гробницу, умер до того, как она была завершена. На помощь беди! Представь, какие артефакты Империя бы упустила, не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. Я то, чем меня сделала Церы. Ха-ха-ха!
Подкинь один, беги! Мне обойти. Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискнул. Они нас не видели. Надо быть начеку. Я заметила кое-что, пока осматривала этот саркофаг. Это место прекрасно подходит для устранения вредителей.
ты заманила меня сюда. В этом и был твой план? Ты правда туп, как разборщик. Мятежник, прямо впереди. Вижу цель. Я ранен. Не дать ему сбежать. Атакуйте его. Ну же, трусы. Размажем его. Что, для тебя это слишком? Взять его. Так точно. Отлично, еще раз. Эй, беги! Даже не придется стараться! Боль! Мы презираем тебя! Сражайся, джедай! Я что, один буду сражаться? Джедай! Они были слишком слабы, чтобы убить тебя! Еще! Не дать ему сбежать! Смерть джедаям! Иди, помоги, пожалуйста. Падаван? Так где сила? Повсюду. Она вокруг меня, она внутри меня. Именно. Она связывает тебя. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что отрезан, изолирован. Это лишь иллюзия. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает сила. Ощути эту энергию и призови свое оружие. Сила вокруг тебя, внутри тебя, связывает тебя с мечом. Не отвлекайся ни на что. Сила течет во мне, она связывает нас. Да, пожалуй. Что, нарушил твой план? К счастью, я всегда предусматриваю случайности.
Боишься? Подбрось, Тим, беги. Мне куда лучше беги. Давай сюда, беги!
связь его! Живо! Расправимся с ним! Ты! Надо прикончить его! Мы несем потери! Thank you.
убью его! Вот и все. Теперь...